Привет, друзья! Сегодня мы окунемся в мир видеоигр и поговорим о самых популярных играх с открытым миром. Эти игры позволяют нам исследовать огромные виртуальные миры, полные приключений, загадок и возможностей. Готовы ли вы отправиться в увлекательное путешествие, где только ваша фантазия ставит границы? Тогда давайте приступим. Но перед этим напомню вам о том, что под видео есть ссылки на магазины, где игры всегда продаются с хорошим дисконтом, поэтому не забывайте туда заглядывать. GTA 5 – не новое невероятное приключение и крутая атмосфера. Ты перенесешься в город под названием Лос-Сантос, который переполнен забытыми звездами, погряз в экономических проблемах, а также здесь вовсю процветает коррупция и мошенничество. Мало того, по улицам стало опасно ходить, ведь весь преступный мир на воле. Тебе предстоит занять позицию такого преступника, а точнее трех, каждый из которых проживает отдельную жизнь. Тебя ждет масса миссий, полная свобода действий и максимально приближенная к реальности графическая составляющая. Атмосфера в игре забавляет, а динамичный игровой процесс вызывает непередаваемые эмоции. Данная часть игры потерпела колоссальные изменения и не только в плане графики. Теперь город наполнен разнообразием автомобилей, красивыми пейзажами и всяческими видами флоры и фауны. Трое ребят решают провернуть довольно рисковое и очень опасное дело. Твоя задача – найти способ им в этом помочь. Kingdom Come Deliverance – захватывающая ролевая игра на тему средневековья, где ты сможешь почувствовать себя настоящим гладиатором и отправиться на поле боя, сражаясь с врагом один на один. Эта игра предоставляет для тебя массу возможностей. Иди куда хочешь, делай что хочешь, выполняй миссии в удобном для тебя порядке. Здесь ты можешь не только вести боевые действия со своими соперниками, но и стать работником одной из многочисленных профессий отраслей того времени. Игра также является поучительной, ведь здесь переданы истории, которые существовали на самом деле. Ты сможешь оставить все как есть, либо изменить ход событий. Все зависит только от твоего решения. Но будь максимально внимательным, ведь только тебе решать, будешь ты беспощадным бандитом или величественным воином. Far Cry 6 – игровой проект, разработанный в жанре экшена, где все действия происходят с видом от первого лица. Данная часть понесла за собой массу интересных нововведений и обновлений, которые точно порадуют многочисленных поклонников. События отправляют нас на просторы острова, расположенного в стране под названием Яра. На первый взгляд, здесь все может показаться лучшим для жизни. И солнце, и тропики, и хороший климат, но немного здесь пожив, понимаешь, что это далеко не так. Все дело в том, что здесь правит жуткий и коварный диктатор по имени Антон Кастилло, сеющий хаос и тотальную разруху по всюду. Ты же сыграешь роль одного из местных жителей, который решает возглавить повстанческую организацию с целью свержения власти. На твои плечи возлагается большая ответственность за спасение тысячи людей, поэтому смело отправляйся на путь сопротивления, раскрывая мрачные тайны и уничтожая противников одного за другим. Визуальное исполнение игры проработано на отлично и порадует своей реалистичностью, что позволит игроку стать полноценной частью происходящего. Fallout 4 – далеко не новая, но более усовершенствованная часть легендарной игры, которая снова окунет тебя в опасный мир, который пережил самый настоящий апокалипсис. Ты станешь одним из немногих выживших после ожесточенных действий. Выжить тебе удалось только потому, что все это время ты находился в защищенном бункере, а твой номер – 111. Четвертая часть данной игры собрала воедино все самое лучшее из предыдущих частей, а также стала более усовершенствованная как в плане графического аспекта, так и в плане основного игрового процесса. Прошлая часть была основана на сюжетной линии, а в этой части тебе предоставляется возможность самостоятельно выбирать для себя задания для выполнения. Разработчики порадовали поклонников проекта разнообразием интересных миссий, где ты раскроешь массу тайн. Все вокруг создано с целью определенного эксперимента, о котором ты сможешь узнать вследствие прохождения игры. Metro Exodus – игра в стиле выживания, где тебе предстоит отправиться во вселенную, которая до недавнего времени переживала жуткие события. Все дело в том, что на планету обрушился апокалипсис, который понес за собой немало последствий. Игра отличается отличным визуальным исполнением и разносторонней линией сюжета, что точно придется по вкусу всем любителям подобного жанра. Сюжетная линия отправит тебя на территорию Москвы 30-х годов. Люди были вынуждены отправиться жить в подземелье, но со временем ресурсы стали истощаться, а жуткие жители поверхности все чаще нападать на их укрытие. Также игра расскажет о существовании особого подразделения, которое занимается защитой граждан от нападения со стороны мутантов. Было принято решение немедленно отправить специализированную группу людей на поверхность, чтобы постараться исправить ситуацию. Задача команды заключалась в исследовании территории Востока, чтобы найти подходящее место для жизни выживших людей. Место это должно быть максимально безопасным, поэтому найти его будет очень непросто. На поверхности все еще самые высокие показатели радиоактивности, но у людей уже нет надежды на светлое будущее, и поэтому на тебя возлагается огромная ответственность за тысячи людских жизней.
Assassin's Creed Odyssey – популярная серия приключений в жанре экшена по совместительству с RPG, где тебе вновь предстоит отправиться в яркий мир и справиться со всеми испытаниями, которые он для тебя подготовил. Игра переносит тебя на территорию Древней Греции, где и будут происходить основные действия. Ты объединишься со спартанцами и будешь идти против толп соперников, постепенно истребляя их с помощью своих сил. Игра основана на мифологии Одиссея, где великие герои отправились в продолжительное и очень опасное путешествие, постепенно сражаясь с монстрами, посещая богов и уничтожая мистических созданий. Мир игры будет открыт для покорения и тщательного исследования, чем тебе и необходимо заняться в первую очередь, чтобы обеспечить себя необходимыми предметами и ценными ресурсами. Также была улучшена боевая система, которая вновь порадует своих поклонников разнообразием оружия и экипировки для главного героя. Большую часть сражений ты будешь проводить в море, поэтому будь готов взять под свое управление оснащенные боевым снаряжением корабли и флотилии. Deadline 2 – это игра, которая относится к столь любимому жанру ужасов, а также выполнена в стиле экшн-триллера. События в игре происходят через 15 лет после того, как развернулась сюжетная линия первой части. Место действия – последний оплот человеческой расы, известный просто как Сити. Именно и туда прибывает главный герой – Эйден Колдуэлл. Он более таинственный и загадочный человек, чем Кайл Крейн. Игрок сам выбирает, какой из местных фракций он хочет помочь, что дает ему возможность построить свой собственный увлекательный мир. Стоит отметить, что каждое решение или действие может иметь определенные последствия. Но что важно, не существует разделения событий на хорошие и плохие. Главное отличие сюжета в том, что размер самой карты в 4 раза больше, чем все карты вместе взятые из первой части. Локация под названием Сити разделена на 7 отдельных районов, каждый из которых имеет свой неповторимый колорит, а игровой процесс характерен для той или иной локации. В центре внимания пользователей – таверна Рыбий Глаз, где вы встретите ряд ключевых персонажей. Интригует то, что игрок может влиять на облик этого города и даже разрушать некоторые районы. Mafia Definitive Edition – это ремейк легендарной игры с новым графическим оформлением и улучшенным геймплеем. Разработчики постарались воссоздать этот любимый проект практически с нуля, дав каждому фанату возможность еще раз прикоснуться к началу культовой трилогии. В этой части основные события разворачиваются в Америке времен Сухого Закона. Строгие меры наложили определенное клеймо на жизнь простых граждан и криминальных мошенников, которые решили связать свой теневой бизнес с алкоголем. Главный герой – обычный рабочий Томми Анджело, который подрабатывает водителем такси. Он невольно становится участником преступлений, после чего вынужден вступить в местную мафиозную банду. Вам предстоит ощутить все радости и трудности работы в качестве члена мафиозной организации. Вы будете выполнять множество заданий, некоторые из которых покажутся вам совершенно безумными. Действуя практически в одиночку, вы не будете рассчитывать не только на помощь других граждан, но и на собственных друзей по банде. Даже ваши верные товарищи вполне способны сдать вас властям, если им пообещают много денег. Вас ждут интересные и разнообразные миссии, перестрелки, погони, ограбления и даже заказные убийства. Арсенал оружия также довольно впечатляющий, а это значит, что вы можете выбирать между пулеметами и револьверами, в зависимости от ваших предпочтений. Игра отличается тщательной графической проработкой даже самых мелких деталей, позволяя вам почувствовать подлинность окружающего вас мегаполиса. Киберпанк 2077 – это уникальная онлайн-игра, полная сюрпризов. Сюжет меняется в зависимости от ваших действий, поэтому будьте внимательны и тщательно обдумывайте каждый шаг, но не медлите, иначе вы будете уничтожены. Все события происходят в мрачном городе, где общество начало вырождаться. Какова бы ни была причина, жители стали совершенно другими – злыми, агрессивными, а некоторые и вовсе пассивными. Главный герой Киберпанк отправляется на свое первое задание, работая в Найт-Сити, который считается самым опасным мегаполисом в Америке. Вас ждут различные испытания и трудности, но вы должны пройти их с достоинством. Для этого используйте все необходимые инструменты, углубляйте свои знания и обращайтесь за помощью к технологиям. Принимайте взвешенные решения, потому что от них будет зависеть ход событий. Вы можете войти в любое здание, делать все, что захотите, и использовать свое время с максимальной пользой. Помимо вас в игре появляются и другие персонажи. Вы можете сотрудничать с ними или убивать и грабить. Вам также предстоит посетить огромные небоскребы, мрачные здания, склады и другие помещения, где будут подсказки или задания. Пройдите через них с достоинством, не поддавайтесь на уловки мошенников и просто наслаждайтесь процессом. Игра интересна и реалистична благодаря современным графическим компонентам, анимационным вставкам, тщательной проработке лиц персонажей, музыкальным эффектам, силе звуков, ну и так далее. Игрок имеет право редактировать своего персонажа, поэтому он должен свободно выбирать его пол, внешность, классификацию и историю. Это повлияет на ход событий и список заданий, которые вы должны будете выполнять. Также обращайте внимание на свои действия, так как они повлияют на дальнейший ход событий. Эта игра даст вам ощущение реальности всего происходящего, погрузив вас в мрачную атмосферу, где вам придется спасать и убивать.
Watch Dogs 2 – это продолжение получившего признание критиков экшена с открытым миром. Долина Солнца в Сан-Франциско ждет вас. Отправляйтесь в путешествие по мегаполису, где каждая отрасль контролируется правительством. Политики держат население в страхе и используют свое привилегированное положение для собственного обогащения. Все, от полиции до бандитов, делают то, что им говорят сверху. Похоже, никто не в состоянии разоблачить коррумпированных чиновников. Но однажды в Сан-Франциско возникла подпольная группа, занимающаяся подрывной деятельностью. Команда состояла из опытных хакеров, которые получили неопровержимые доказательства преступной деятельности властей. Подпольные хакеры делятся своими успехами с общественностью. Поскольку хакеры набирают большую популярность, власти решают в кратчайшие сроки разобраться с анархистами. Вы будете играть роль одного из членов организации. Используя гаджеты, вы можете управлять различными техническими устройствами на расстоянии. Выполняйте опасные задания, исследуйте город и заводите новых друзей, чтобы свергнуть злых правителей. Это был незабываемый видеообзор самых популярных игр с открытым миром, где я познакомил вас с захватывающими приключениями, разнообразием игровых механик и невероятной свободой действий. Каждая из этих игр – настоящий шедевр, который позволяет нам исследовать, бороться, строить и многое другое. Я надеюсь, что вы насладитесь этим путешествием по виртуальным мирам и, возможно, даже нашли для себя, пускай не новую, но любимую игру. Спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и приходить за новыми видеообзорами. Увидимся в следующем выпуске. We'll be right back.